Мир вам и Божие благословение, дорогие братья и сестры! С праздником Успения, Пресвятые, славные, Владычица нашей, Богородицы и Пресна Девы Марии! Так этот праздник называется в церковном уставе. Бессмертным Успением Божией Матери Ангельский собор радуется, и сия отходящая во обители вечные вселяется, и к веселью небесному приходящая в божественную радость и вечное наслаждение. В рождестве детство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице, представилась еси к животу, мать сущей живота, и молитвами твоими избавляешь от смерти души нашу. Я пропел тропарь к празднику Успения Пресвятой Богородицы напевом Псково-Печорского монастыря. Это древний русский православный монастырь, никогда не закрывавшийся в годы лихолетия безбожной власти. Он находился на территории Эстонии. И там сохранился свой очень оригинальный напев богослужебный и стиль богослужения. Прозвучал тропарь Успения Пресвятой Богородицы «В рождестве девство сохранила еси». Музыка Николая Георгиевича Вероновского. Я познакомился с напевом этого тропаря более 30 лет тому назад, именно в Псково-Печорском монастыре. А сегодня он прозвучал в записи с нашего концерта в Третьяковской галерее 11 августа. На этом мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго. Да хранит вас Господь. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников. Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуются рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.